Здравствуйте, батальон ГМЛ-4 лейтенант Колмаков, ваши документы, пожалуйста. Анна Владимировна, есть правила дорожного движения, которые должны мы с вами соблюдать. Чтобы не произошло дорожного крушения, правила нужно изучать. Ответственность лежит на каждом человеке, будь ты водитель или просто пешеход. И знать должны все люди на планете, что правила нужны для безопасности пути на улицах дорог. На красный свет у светофора нельзя дорогу перейти. Зеленого дождись, и легкой походкой спокойно можешь дальше ты идти. Смотри направо, а потом налево. Машины нет, переходи. А пешеходный переход дает нам право дорогу безопасно перейти. На самом деле нам не сложно за жизнь свою ответственность держать. Ведь каждому дана возможность простые правила не нарушать. Соблюдайте правила дорожного движения. Будьте внимательны. Всего доброго. До свидания.